блок и коллапс не будет. Станцию метро Микинина решили в Москве не закрывать. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил мэр столицы Сергей Собянин и назвал условия, при котором станция продолжит работу. Микинина метрополитен закрывать не будет, но Крокус в ближайшее время должен устранить проблемы, которые не может решить уже 7-й год. Накануне руководство московского метрополитена заявило о закрытии метро Микинина из-за того, что оно не соответствует правилам безопасности. Это первая частная станция, построена на средства компании «Крокус Групп» господина Агаларова. Бизнесмен входит в топ-10 так называемых королей российской недвижимости. При этом оказалось, что проблема существует еще с 2009 года, когда станция Микинина только открылась. Из-за нерегулированных имущественно-земельных отношений между собственником станции «Крокус Групп» и московским метрополитеном не может в соответствующем порядке выполняться закон о транспортной безопасности. Данный вопрос должен был решиться еще с момента открытия станции в 2009 году. Мы этого добивались, но, к сожалению, до сих пор не решен. В связи с этим московский метрополитен вынужден закрыть станцию до момента устранения всех замечаний собственникам станции. Микинина – первая станция столичного метро на территории Московской области. Именно ею чаще пользуются те, кто живет в Красногорском районе и вот в новом районе, называемой Павшинская пойма.